Как отличить синхрогимнастику от обычной механической физкультуры? Ну, механическая физкультура обычно как делается, ну, когда учат ее. Говорят, делай так, делай так, делай так, не отвлекайся, сосредоточься на качестве выполняемого движения. Синхрогимнастика как раз таки предназначена для того, чтобы одновременно развивать сообразительность ума, а во-вторых, и организм. Здоровье сберегающая методика. Там происходит синхронизация между психическими и физиологическими процессами, согласование. Так вот, как отличить? Дело в том, что в свое время как-то даже министр образования говорил о том, что хорошо бы внедрить в школе ритмогимнастику. Ритмогимнастику. Да, но что это такое, никто не знал. Ну и вот сейчас вот синхрогимнастика как раз таки и есть ритмогимнастика. По существу она была многократно проверена везде, и когда писали там бумагу такую, комиссии какие-то и прочее десятое, то профессор Матвеев, как я говорил, уже в учебнике для 10-11 классов синхрогимнастика по методу ключ, а еще она проверялась в Институте медико-биологических проблем, да, и там у нас такой вот документ, что синхрогимнастика по методу ключ очень полезна для, например, операторов, которые заняты напряженной, такой ответственной деятельностью. Ну, соответственно, это для всех, кто сидит в компьютере там и так далее. Так вот, как отличить обычную физкультуру от синхрогимнастики? Главное – вектор внимания, новый вектор внимания. То есть здесь ты, когда делаешь физкультуру обычную, механическую, ты думаешь о качестве выполняемых упражнений, а в синхрогимнастике ты, делая эти упражнения, подбираешь их под себя по скорости автоматизации начатого действия, то есть по скорости вхождения в ритм. Вы знаете, что такое войти в ритм? Вот в беге марафонец вошел в ритм и может бежать бесконечно, да, ты занят какой-то деятельностью, а вот танцы, посмотрите. Кто входит в ритм, он раскрепощается, и у него такое прекрасное состояние, и он танцует, ему прямо организм помогает. Да, а кто не вошел в ритм, он вот теряется. Так вот, вопрос заключается в том, что синхрогимнастику легко отличить от обычной физкультуры. Вектор внимания направлен на решение волнующих тебя эмоционально каких-то проблем. Ну, завтра экзамены, или переговоры, или там еще вот тебе надо там статью писать. И вот приемы синхрогимнастики, там есть классический вариант из 5 приемов, это классических. А есть еще подбираемые на этой основе индивидуальные по критерию скорости вхождения в ритм. То есть когда ты их начинаешь делать на автомате. Так легко их делаешь, и поэтому у тебя сразу происходит такой прекрасный, ну, буквально за полминуты, прекрасный эффект раскрепощения и включения внутренних ресурсов, физических ресурсов и творческих ресурсов. Да-да-да, это такая вещь интересная, синхрогимнастика. Она помогает подобрать свои индивидуальные приемы, потому что там есть принципы и правила. Вот эти принципы и правила я потом расскажу.